праздник «Мама, папа, я, дружная семья» прошел на площади перед культурно-спортивным центром «Чистовский». В рамках проекта «Детский спорт» мероприятие поддержали «Одинцовские единороссы». Как сообщил депутат Совета депутатов Одинцовского округа Владимир Виницкий, команды объединили ребят разных возрастов, а также их родителей. Все желающие смогли принять участие в веселых спортивных соревнованиях в поселке Чистцы.